Ребят, всем привет! Сегодня будет Mercedes, продолжение. Оно, конечно, не будет таким эпическим, трагичным, как предыдущий выпуск, но, тем не менее, все равно тоже были интересные моменты. Первое, что хочу сказать, что большое вам спасибо за комментарии, за идеи, почему могло получиться так или иначе. Одно я понял точно, даже не одно, а две вещи. Первое, это то, что, ну, я знаю, что в Израиле нет дешевых автомобилей, и почему получился этот оттудова дешевый, ну, история об этом умалчивает, и я, честно говоря, не разбирался. А второе, я лишний раз убеждаюсь, что все-таки поступили мы очень правильно, что ушли от этого автомобиля. Также проскакивали комментарии в том, что невозможно в Украине купить новый автомобиль этих годов. Возможно, это так, но я хочу сказать, что это был не единственный автомобиль, который был новый в Украине из салона. Вариант второй – Мукачево. Тут, конечно, история полегче, поинтереснее, попрозрачнее. На этот раз была чистая история, на этот раз был автомобиль, который имел все необходимые сервисные записи. Он действительно был недавно вывезен с Германии, так что такие автомобили действительно проскакивают. И эта машина была недавно привезена в Украину, а продавалась она в Киеве на столичном шоссе, но каким-то таинственным образом такой автомобиль оказался в Мукачево с пробегом всего что-то вроде 112 километров. Спасибо. С пробегом 112 километров. По-моему, 112. Ну, в общем, что-то около этого. Мы были первыми, кто позвонил и начали держать диалог с парнем. С виду вроде вменяемый. Даже по видеосвязи мы с ним связались. Он показал действительно, что у него есть этот Mercedes. Он действительно был с небольшим пробегом. Договорились мы о том, что мы приедем за этим автомобилем. Созванивались мы в пятницу, а договорились, то, что мы приедем сразу в понедельник. Потому что приезжать на выходные, ну, как-то так. И он собирался ехать в столицу. Я его, кстати, попросил, привези нам, пожалуйста, этот автомобиль. Показать, даже не показать. Привези, мы готовы купить его в Киеве. На что получили ответ, нет, мы этот автомобиль везти в Киев не будем, потому что если вы не купите, у него будет большой пробег, мы этого не хотим, продадим его новым. Ну окей, хорошо, мы приедем к вам. Я задаю вопрос, нужно нам приезжать в пятницу или не нужно? Да не нужно, все нормально, парни, до вторника договорились, все хорошо. Парень говорит, приезжайте, все устроим вам, варку в чанах. Есть чаны, вода в нем, снизу горит огонь. Идея очень интересная, очень хорошая. Приезжайте, все нормально, можете приезжать в пятницу, подождете меня, я вернусь в воскресенье, все хорошо. Но зачем в воскресенье, если мы можем приехать в понедельник? В воскресенье звонит этот парень и говорит, ребят, извините, я машину уже продаю, вот мне принесли денег, положили передо мной кучу денег, и я не могу не согласиться. Ну, хорошо, хоть позвонил. Обязательно нужно вспомнить о том, что парень с Мукачева, который продавал автомобиль, по этому автомобилю было продолжение истории. Ну как, по факту действительно машина продана, человеку было удобно продать по безналу, а нам удобно было купить за наличный расчет, но он его продал по безналу, перед нами дико извинялся. Он вышел на контакт с заказчиком и заказчику передал большой ящик фирменного классного вина авторского. Я, к сожалению, не знаю какого авторского, но очень невероятно вкусного. Итак, после этих всех приключений, нормальные машины, да не то чтобы нормальные, в принципе, автомобилей, которых мы еще не осматривали, уже не было. Нет, были те, которые нам не подходили. То есть, то ли они были с большим пробегом, то ли они... Ну, в общем, есть параметры, по которым машина либо подходит, либо не подходит. И вот все, что подходило, мы все в Украине пересмотрели. Договорились с заказчиком, что пока что ставим на паузу, ждем, пока появятся новые автомобили. Приспокойно себе взял следующий заказ, поехал на следующий осмотр. И тут звонит заказчик, говорит, есть именно то, что я хотел. Больше всего в жизни. Вот есть Mercedes на столичном шоссе. Я говорю, стоп, на Mercedes GLE на столичном шоссе по состоянию на вчерашний вечер нету. Говорит, есть, привезли, вот-вот есть Mercedes. Окей, есть, хорошо, звоню я парням на Mercedes. Говорят, да, есть, только это не GLE, а GLS. Ну, окей, GLS, так GLS. Машина лучшая, машина больше, машина дороже.
едем смотреть Mercedes GLS. По официальной версии был единственный подкрас на двери, правой передней. Машина в идеальнейшем состоянии, имеет чего-то там около 50 тысяч километров пробега. Цвет у нее, правда, синий. Что, в принципе, тоже уже нормально, хотя очень хотелось белый, но белых уже нет, в принципе. Но есть GLS, который подходит по бюджету, он там около 60. Класс, едем смотреть на этот автомобиль. Эхонес, блин, так я уже вижу, что у него заднее правое крыло крашеное. Я думаю, что этот автомобиль так и останется здесь. По автомобилю заявлено, что крашена у него только передняя правая дверь. Но даже вот отсюда, пройдя один кружочек вокруг автомобиля, я уже вижу, что крашено здесь еще и заднее правое крыло. Я, конечно, не уверен, что камера передаст ракурс. Вот я сейчас попробую на игре цвета. Вот здесь вот. Вот с этого ракурса тоже очень хорошо видно. Такие глубокие задиры от шпатлевки. Я, конечно, могу ошибаться. Нет, я не ошибаюсь. Она крашеная. И крашеная она по дверям. Ну, тогда предлагаю отсюда начать осмотр. Сразу посмотреть, крашено ли. Блин, тут оно все засиликонено так, что... очень сильно засиликонено. И проблема в том, что здесь непонятно, то ли это пыль под лаком, то ли это силикон. Значит, пока сейчас я поменяю батарейки на толщиномере, могу сказать, что здесь крашено больше одного элемента, а скорее всего такой автомобиль не подойдет нашему заказчику. Так, да. Аккумуляторы севшие, но попробую. Нет, они очень сильно севшие. Придется идти в машину. Хотя, с другой стороны, я-то могу пройти без толщиномера. И вот, в принципе, можно сказать, что будет образцово-показательное выступление в формате того, что... с безопасностью у него все хорошо, все замечательно. Я не вижу ремонта на самом проеме, то есть с проемом все хорошо. Так, по здесь не вижу, чтобы оно было крашеное, но очень сильно оно залито полиролью, а полироль... все, только дотронешься, сразу жирное. И вот здесь крашен проем. Даже вот если протереть, все равно видно. Вот здесь вот он крашеный. Сейчас попробую, конечно, я не уверен, что камера передаст. Вот здесь вот шигрень отличается от той, что здесь. Хотя все равно не видно. Ну, как сказать, я немного в легком отчаянии, потому что сели аккумуляторы, и я не могу показать этого аргументированно на толщиномере, как я привык это делать. Но в данном случае придется поверить на слово. Вот эта стойка у нее тоже крашеная. Также видно, что двери снимались. И задние тоже. Все-таки пошел я в машину, возьму толщиномер и сниму это все. Хотя... Я думаю, что на этом мы, скорее всего, сейчас остановим осмотр этого автомобиля после того, когда я позвоню заказчику и все это транслирую. Кстати, сиденье переднее водительское у него тоже снималось. Сейчас я засечки сниму. Вот, водительское, пассажирское сиденье снималось. Ай, до водительского я здесь не дотянусь. Водительское сиденье, оно какое-то реально просаженное. Ремень безопасности, блин, зажеванный. Такое впечатление, что он после либо детского сиденья, либо после какого-то удара. Хотя мы уже понимаем, что у него удар был, но был у нее удар боковой. Я не думаю, что при таком ударе очень сильно заживет ремень, но сам факт. Тормозных дисков здесь уже тоже практически нет, плюс покрашены сами опорные диски, но имеется в виду железячки.
такое, подготовлено, стойки передние у нее уже снимались, машина уже разбиралась, на 50 тысячах сильно рано. Ну, не, ну это на самом деле не ой-ой-ой, но это... Но это не наш вариант за эти деньги. Сейчас маленькое вступление для тех, кто задался вопросом, как парень, который хотел GLE белого цвета, переключился на GLE синего цвета. Ответ простой. У меня его нет, этого ответа. Я не знаю, как так получилось, но он захотел именно GLE. Дальше, на этом же столичном шоссе, просто не отходя от кассы, в этот же момент, когда нам не подошел один GLS, нам предлагают другой GLS. Коричневого цвета, но уже за 67 тысяч и с пробегом уже 30 тысяч километров. Но я помню, что я видел этот автомобиль в продаже и совсем не за 67, а за 63. И помню, что он даже где-то в Киевской области. И буквально через минут 7 или 10 скидывает мне заказчик объявление на этот Mercedes. Окей, созвонились с парнем, едем смотрим. Снизу, я думаю, что камера передаст, не знаю, как сфокусирование глаз. Я поймал себя на мысли, что я в принципе не снимал этот автомобиль, но с учетом того, вот так, наверное, будет видно. Со всех сторон все чистенько. Американец, да? А? Америкос? Ну, они все из Америки. Не, ну в смысле официал, они прогнали металлолом, который сейчас гоняют. Металлолом, а потом успешно превращают в машину. Красивенькую, да. Пообщавшись с продавцом этого Мерседеса, я понимаю, что парень к продаже автомобиля вообще не имеет никакого отношения. Он не то чтобы нулевой, он совсем не нулевой в автомобилях. По крайней мере, он понимает, что такое машины, как на них ездить, как оно устроено, но он не умеет продавать автомобили. А что вы делаете? Смотрю. Не, товарищ, он откручивает что-то? Да, мне вот эту защиту надо снять для того, чтобы посмотреть в развал блока. К маслу добраться, чтобы двигатель посмотреть. В смысле, к маслу, не к маслу. Защиту надо снять, видите, она вот так откидывается, и она зависнет здесь. Только переднюю вам открыть? Да. Хорошо. Мне переднюю, потому что сверху я-то вижу мне мотор. Было выяснено, что этот автомобиль трассы практически не видел. Он передвигался все это время по городу. Вообще не забит, прикольный. Только мухи там живут. Обычно камнями забитый. Обычно радиатор забит камнями, если машина много ездит. Но по трассе не ездит. Я так объясняю, я констатирую девушка факт есть того, что это действительно так. Вот это вот важный момент. Запомните его, пожалуйста. Чем это отрыгнется, я потом расскажу. Осмотрев автомобиль, я понимаю, что технически машина хорошая, машина юридически чистая, мы ее проверили, посмотрели. Прицепиться в автомобиле просто не к чему. На все некомфортные вопросы парень отвечает, не понимая зачем, но тем не менее все равно ответы на любые вопросы мы получаем. Я понимаю, что это действительно собственник этого автомобиля. Выбрали автомобиль, оформили автомобиль. На тот момент я еще не знал о том, что проедет парень на этом автомобиле всего лишь 24 километра и машина встанет. Минут через 40 позвонил парень и говорит: у меня с трубы идет очень сильно интенсивно белый дым. У меня сразу первые мысли: пробило прокладку головки блока, печаль, тоска. Я говорю: окей, глушим автомобиль, оставляем его на обочине, я доберусь до Киева. Ну, так как доберусь. Приехала минут через 40, парень покорно ждал без претензий. Мы открыли капот,
Я посмотрел, все места сухие, антифриз не уходит, сразу выхлопную трубу, хотя я так уже не делал, наверное, лет 7. Сладости нету, есть только кислота, поэтому смотрим, читаем ошибки, ошибок нету. Запускаем двигатель, а дыма нету. И тут я понимаю, в чем дело. А дело, значит, в следующем. Помните, я говорил, машина имела только городской режим езды. Всему виной экостандарт Евро-6, который требует периодической регенерации сажевого фильтра. Регенерация сажевого фильтра происходит на скорости приблизительно одинаковой, 100-110 км в час, или же может быть больше, или же меньше, но, в общем, ориентировочно при оборотах двигателя в районе 2000 км в час. Какого режима не видел этот автомобиль в принципе, поэтому регенерации сажевого фильтра у него не было. И получилось то, что мочевина у него пошла уже через горло, назовем это так. Она уже пошла в выхлопную систему, и просто уже некуда было деваться. И все это отрыгнулось белым дымом. Понятно, что сразу в выхлопной трубе появляется белый налет, а это признак того, что именно не прожженный сажевый фильтр. Вроде бы ничего страшного, надо вздохнуть. Я парню рассказал, что делать. Он с легким недоверием услышал, но воспользовался советом. На следующий день залил мерседесовской мочевины, проехал рано утром по окружной, практически по всей. Было еще несколько раз хлопки дыма, и все. И больше ничего не было. И по сей день он ездит, не тужит, радуется автомобилю. Вот такая вот сказочка. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, я воплотил в жизнь то, что задумал немного ранее. И вот это место, это будет место съемок. Чего? Немного узнаете попозже. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.